Если здесь Борис не успеет за 46 секунд, то оставшееся время уже придется на вторую 20-минутку. В меньшинстве Амур. Ну-ка. Вот такая попытка. И, пожалуйста, 1-1. Но 5 на 4 вообще у Амура не получалось. Зато здесь 4 на 5. Сольный проход-то сейчас. По-моему, даже у Махановского шайба с клюшки сошла. И есть такое ощущение, что от кого-то из игроков Барыса. Ну вот Брака здесь на собственном пятаке вместе... Кто там? Мищенко был, по-моему. Ну а Махановский красавец. Молодец. Сейчас здорово доиграл этот эпизод. За 36,6 до окончания периода. 1-1.